Всероссийскому обществу слепых исполнилось 90 лет. Значимость этого учреждения, работы, которая в нем ведется, поддержки для людей, полностью или практически лишенных зрения, несомненно, неоценима. Только вот по словам самих представителей ВОЗ, в современных реалиях им приходится буквально выживать. Никакой помощи ни со стороны города, ни со стороны региона им не поступает. Приходится проводить работу реабилитационную всю, к сожалению, нам. А мы общественная организация, средств у нас нет. А сами понимаете, чтобы провести какое-то мероприятие, нужны денежные средства. К сожалению, сейчас вот никак этот вопрос не решается. Я считаю, что все-таки принят закон 40-й о некоммерческих организациях, еще Медведевым был подписан, и другие законы есть, где могут власти наши местные оказывать материальную помощь для проведения различной работы реабилитационной с инвалидами по зрению. Но, вы знаете, пока, говорят, средств нет. Слабовидящие и слепые, они стараются держаться вместе. Ведь кому, как не им, понять, каково это жить в постоянной темноте? Безвылазно сидеть дома, сами понимаете, невозможно, да и не нужно. А привычные для здорового человека развлечения слепым порой недоступны. Незрячему человеку общение необходимо. Оно просто необходимо. Нельзя сидеть дома в четырех стенах. Как правило, все уходят на работу, незрячий человек остается один. Ну и потом, вы знаете, сколько молодых семей развалилось только потому, что кто-то из супругов потерял зрение, например, да? И человек остается в таком подавленном состоянии. Приходится работать, приходится помогать вытаскивать его сюда в самодеятельность. Вот в КИСИ играем, выезды на природу летом мы делаем, экскурсии. То есть мы стараемся, чтобы незрячий человек жил полноценной жизнью. Веселые, артистичные, непреклонные перед трудностями, дружные, активные люди. Они устраивают концерты, проводят конкурсы, участвуют в интеллектуальных играх. Конечно, все это не без труда. А когда так было, чтобы легко? И все же помощь была бы очень кстати.